Всем привет, с вами Ирина. Хочу показать вам подросточки. Это орхидеи, растения, которые мы заказывали в прошлом году у Швертера. Я думаю, что многие помнят, как мы заказывали и получали очень много разных подростков. Ну и вот эти подростки, ребят, сейчас активно начинают расти цветоносы, кто дует бутоны, кто цветет у меня уже. А кто уже и отцвел? Вот это, кстати, растение. Его почему-то не все не очень хотели, скажем так. Мы их заказывали очень мало. Здесь карандашиком написано герсении, если я не ошибаюсь. Очень мало кто заказывал вот эти растения. Но, как оказалось, это растение самое-самое ароматное. Очень-очень такой хороший аромат был именно вот от этого растения. Вот как заходишь в теплицу и прямо ощущаешь аромат. Но когда подходишь ближе к этому растению, ближе вот к этой полке, аромат, конечно же, еще больше усиливается. Очень ароматное растение, очень-очень. И я очень даже рада, что эти растения остались у меня. Пусть они даже и цветут одинаково, это одинаковые растения. Просто вот эта вот растюшечка у меня распустилась буквально только вчера. А вот это вот уже более чем недельку стоит цветущая. И, соответственно, если посмотреть для сравнения, то видно, что вот это вот растение, оно чуточку-чуточку стало светлее. А вот это более такое, только вот открылось, еще цвет такой прям насыщенный-насыщенный. Очень тоже классные растюшки. Очень мне нравится их такая вот прям губа с таким ворсом, с таким пушком. И растения тоже ароматные. Из тех растений, из тех подростков, которые у меня распустились уже цветочки, все они, ребят, были ароматные. Все. Поэтому, когда вы меня спрашивали, когда мы только заказывали эти растения, я не могла дать вам точный ответ, потому что нигде толком никакой информации не было. Будет ароматный этот цветочек или нет. Но сейчас я могу сказать уже с уверенностью, что практически все вот эти подростки процветают ароматными цветочками. И еще вот хочу вам подметить то, что растение, когда цветает, ни в коем случае нельзя отрезать вот этот цветонос. Этот цветонос будет дальше продолжать свой рост. Вот он подрастет, удлинится и выпустит следующий бутончик и опять будет цвести. Поэтому эти растения очень даже классные тем, что доращивают цветоносы и цветут заново. Так что ждем еще цветения от всех остальных подростков. Их у меня очень много, потому что мы все не продали, они у меня остались. И я уже сказала, пусть будут, пусть остаются у меня и пусть радуют меня своим цветением. Так что подросточков у нас есть очень много. И ждем следующую партию цветения. А вам всем спасибо огромное за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки. И до новых встреч. Пока-пока.